мужчины, какой вы трудный. Я вам в сотый раз повторяю, что билетов нету. Понимаете или нет? Ну, вообще нет. Никуда нету. Потому что все направления перекрыты. Потому что кругом снежные заносы. Сотни раз вам говорила. Ну, что вам дома не сидится? Ну, Господи, помилуй. Вы молодец. Турдом какой-то. Уважаемые пассажиры, если кто остался в зале автовокзала, слушайте объявление. Билетов нет, потому что кругом снежные заносы. И вы здесь. С Новым годом! Ненадолго. Филипп, здравствуйте. А вы тоже на корпоратив к сыну директора металлургического завода приехали? Сережа, ты что-то путаешь. Может, ты к сыну, а мы к самому директору. Филипп, билетов нет, я спрашивал. Деточка, это для тебя, нет. Ну-ну. Ты нашла? Еще бы. Ну? Здрасте, я Филипп Киркоров. Здрасте. Да хоть Леди Гага, знаете такую, нет? Ну, молодец, билетов нету! Достали эти ряженые. О, Киркор! А я продавец светофоров, да. Ну, похож, гад. Похож. Не стучите, когда я вам громкую связь говорю, потому что вы что там, барабан себе нашли, что ли? Откройте, пожалуйста. Смирись, дружок! Все, судьба твоя такая! Юра, а вы знаете, как нужно встречать год кролика? Ну, я думаю, нужно... Ну, ведь все нормальные артисты в телевизоре вон сидят, а? А почему? Почему? Потому что нормальные! Ой, интересно. А петь можно? Вам, Аня, можно все. Я тебе еще раз говорю, я не собираюсь встречать Новый год на автовокзале какого-то поселка типа городского типа. У меня для тебя, я растворяюсь в твоих глазах. Сердце просит огня, тай слезой на твоих губах. Дай любви мне глоток, сердце не может тебя забыть. Мой желанный цветок, только с тобою рядом быть. Алло, Макс. Слушай, я застряла в какой-то дыре. Что хотите делаете? Пришлите за мной самолет, вертолет. Не, Катя, тебе нравятся эти путешествия? Ну просто туристы какие-то, честное слово. Как будто они не женаты. Стоит. Без тебя мне не надо, только будь со мною рядом. Я тобою дышу, нежность моя и моя душа. Будь же рядом, прошу. Так, Игнат, еще шампусика не забудь. А то у меня Валюха без этой шипучки всю плешь проест. Вроде все. А нет еще, это, крабовые палочки. Но только смотри, чтобы из свежих крабов. Между прочим, крабовые палочки не из крабов делаются, а из рыбы, но с добавками. Анатолий, что хорош, мне уже лекцию читать на Новый год. А то мои уши скоро высшее образование получат. Ночи для тебя, все, что хочешь, без тебя. Иван Степанович, мы по списку все, значит, взяли, да? Шампанское взяли? Взяли, да, остальное, да, простят, да, если да, что. Да. Так что я продолжу. Колбаса, представляешь, вообще, наш председатель моему хору запретил выступать. Что? С наступающим, да. Ну, скандал, резонанс, пресса в шоке. Mm-hmm. Короче, Анатольевич, мне пришлось уйти из шоу-бизнеса. Все, хватит уже. Оказалось... Анатольевич, а ты сейчас видишь то же, что и я? Определенно. А, тогда ладно. Для тебя дни и ночи, для тебя все, что хочешь, без тебя. О, это наша. А? Здравствуйте. С наступающим. Спасибо, вас также. Валя, это кто? Вы знаете, мы ехали на концерт, у нас машина заглохла. Понимаете, прямо напротив вашего дома. Какая-то судьба. Да, и мы совсем ненадолго. Мы только вот погреться, если можно. Да не, проходите, проходите. Шо вы? Спасибо. Можно не разуваться. Тут чисто. Я только что полы помыла. Проходите. А я вас сразу узнала. Вот и Ольга Николаевна узнала. Да, Ольга Николаевна узнала. Конечно. Кстати, это сватья моя. А это Женечка, внучка моя. А я Валя. А это Саша. А, это Потап? Да я же знаю. Чай, кофе? Ну... Нету. Ой, надо ж Ваньке позвонить, чтоб взял. Ну. Сейчас я позвоню Ваньке, чтоб взял. Это муж мой, Ваня. Ой. А вы муж и жена? Вот это будет сюрприз, а! Спасибо вам большое. Ой. Иван, но при жене лучше Иван Степанович. Так, для пущей солидности. А, хорошо. Спасибо вам, Иван Степанович, за приглашение еще раз. Между прочим, если бы не я, Сережа, ты бы так бы и мерз на автовокзале. О, вот тут
Филипп Бедросович прав. Что-то я сразу узнал. Можно я при жене вас буду называть просто Филипп, так, для пущей солидности? Иван Степанович, поскорее можно, а то мы замерзаем, нас уж совсем озябло. А вот это мы со сватами у нас на огороде картошку копаем. Вот, а вот это мы с Женечкой у Турции. Пляж красивый очень. Саша, вы были у Турции? Валечка, каждый нормальный человек хоть раз там побывал. Валюха, пристегнись, какой сюрприз мы с Анатольевичем вам приготовили. Ваня, тут такое дело. Все дела потом. Вы себе представить не можете, кого мы вам привели. Рот закрой. Да, извините. Добрый день. Не, вы можете представить. Вот. Ладно. Анатолич, заводи. Прошу вас. Здравствуйте. 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 А где ты их взял? Смотрите, кого я вам привел. Это ж сам Сосо Павлиашвили. О, здесь шо? Песня года! Вы уж извините нас, что мы так как-то вас стеснили. Да, неудобно как получилось совершенно. Да, да, извините. Да что вы такое говорите? Немножко посидим, а там, может, дороги расчистят. Хорошо. Ай, выходите! Кто ж на годнюю ночь будет работать? В общем, если хотите, можете встречать Новый год у нас. Но! Ладно, теперь так, Бедросыч, хватай Анатольевича, Анатольевич, хватай Бедросыча, вместе хватайте Серегу и давайте дуть в магазин за шампанским и прочими продуктами. Я в этом на улицу не пойду. Не хочу травмировать психику местного населения. Филипп Петрович, вас во что ни одень, вы все равно будете травмой для психики населения. Это точно. Это да. Если так пойдут, то никогда уже обратно не вернут. А что вы стоите? В чем список? А, ну ждите, ждите. Ольга Николаевна уже заканчивает. Вон, 3 страницы осталось и все. Закусочку какую-нибудь. Думаю, Середочку. Это штучки 3-4. Чистить будет Ваня. Ты будешь работать, зараза такая. Вот мы у цели. Да. Бутик, товары для язвы желудка. Сили, пойдем, пойдем, холодно. С Новым годом, с новым счастьем. И вам того же, и с тем же. Шампанского нету, разобрали, это вам в райцентр надо. Здрасте. Да, ну, а можно венца красного и белого для женщин? Да. Ну, а для мужчин? Виски, текила, джин. Водку. Что, мы не русские? Да уж. Ну, пошутил неудачно. Сейчас. А Сережа заплатит. Конечно. Сережа заплатит. Что вы? Пожалуйста. Ой. А терминала-то у нас и нету. Это вам в райцентр надо. Может, валюту принести? Не. Это вам в райцентр надо. Там и обменник долларовый. Ну, что ж делать-то? Филипп. А давайте мы песней с вами расплатимся. А, Филипп? Да, мне кажется, в Новый год песня самая твердая валюта. Ну, пока у вас тут самодеятельность, я вас на улице подожду. Только пусть это будет грустная песня. Can't say I've gotta get these thoughts right out some way. I know it's only been a few short days. I'm coming from my heart, I only need to Сержант Егоров, здравствуйте. С праздничком. Ваши документики, пожалуйста. Давайте я подержу. Нет у меня документиков. А без документиков не узнаете? Да в том-то и дело, что я в Кучугулах всех знаю. А вас, молодой человек, я в первый раз вижу. Вот ходят тут разные незнакомые элементы, а потом у народных любимцев колеса с лимузинов пропадают. Пойдемте, молодой человек. Это моя машина. В отделении разберемся. Это мои колеса. Да что вы говорите, разберемся в отделении. Митяй! Слушай, что за странное имя такое, Митяй? Нормальное имя! Сосо Раминович! Розочка!
и пельмешек с горкой. Извините. Хозяин звонит. Алло? Ну как там? Пока никого нет. Только Киркоров за шампанским зашел. Шампанское уже закончилось. А я вас предупреждал. Ему пришлось водку взять. А Лазарев тут вот стоит, поет. Ты что опять налокался, а? Я ж тебя просил как человека не пить. А я хотел Новый год мою семью встретить. Жди, я иду. Поем и выезжаю. Можно я продолжу? Спасибо. Филипп-то где? Филипп! Извините, а вы Киркорова не видели? Нет. Филипп! Девушка, извините, вы Киркорова не видели? Я не местная. Где Филипп-то? Извините, пожалуйста, вы Киркорова не видели? Дашь на полтишок? Может быть, я увижу. Ну да, все ясно. Был тут один мужичок, милиция, вот, сахмутала. Говорят, он вор и аферист. А, с Новым годом! А что за грубость такая? С Новым годом. Ребят, переключите кто-нибудь на третий канал, там сейчас меня будут показывать. Сережа, дорогой, пожалуйста, на четвертый канал. Там Сосо Павлешули будут петь. Или на седьмой, мы там сейчас с Сашей поем. Филипп, а ты что сидишь, молчишь? Ой, а мне вообще все равно, меня на всех каналах и так покажут. Оливьевчик, передайте. Встречайте, Филипп Киркоров. Вот, а вот и Филипп Киркоров. О! Послали тусить в Трансильванию, но где-то под небом Румынии в тумане заплутал самолет. Все-таки умеет старая гвардия петь. Под фонограмму. Вот, даже телевизор не выдержал. Вот, вот говорила, давай мастера пригласим. Нет, я починю сам. Починил, ну чинилка. Ладно. Да ну тебя. Да ну ладно. Все ему да ладно. Все ему да ладно. Ну что, я предлагаю убить трех зайцев. Произнести тост. О! Давай. Помирить наших замечательных хозяев. Да ну и что. И утереть нос юной гвардии. Давай, Филипп, стреляй. Давай. Чем сильнее мороз и метель, тем ближе становятся люди друг к другу. Зачем нам этот телевизор, когда в доме гораздо уютнее и теплее, чем на экране? А? Правильно. Точно. Правильно. А ну-ка, правильно. Кто мне поможет создать импровизированную сцену? Молодая гвардия. Давай только сначала. Сначала. Однажды под трансом компанию. Я всегда мечтал, чтобы мне Киркоров дома на Новый год спел. И бесплатно. В тумане заплутал самолет, оставив машину с пилотами. Они пробирались болотами, с вампирами, ведьмами, готами, до замка, где клубился народ. Отрывайся под румынский пит. Слушай трансильванский мегахит. Честно говорю, был Киркоров. Хотите, у Митяя спросите. У кого? Митяя. Ой, у Митяя. С Митяем свяжешься, не такое привидится. Элвис Пресли приходил, кильку в томатном соусе купил. На. Давай. С
Новым годом! Партизаны, эльфы и тролли убились на танцполе. Хоп, хей, хоп, музыка нон-стоп. Зомби и вуду виделись повсюду. Рейв и поп, музыка нон-стоп. Шевеля свои шарниры, партизанили вампиры. Вот, Бедросыч молодец, да? Он такую по энергию, да, правильное русло мне в гараж. Это ж 100 болгарских лошадиных сил. Сам ты лошадиная сила, он и ржешь, как конь. Филиппушка молодец, умничка. Ах, как поет. Прям за душу хватает. Шо? Опять схватил. Да ладно. Где у тебя душа, Валюха? Ой, это-то не знаю. Диско, диско, партизаны. И тролли убились на танцполе. Хоп, хей, хоп, музыка нон-стоп. Котя, я хочу тебе кое-что показать. Какая прелесть. Зоя. Как думаешь, Валентине Петровне понравится? Какая безвкусица.